Всем привет! Сегодня предлагаю прогуляться по магазину Fix Price и посмотреть, что есть для орхидей и на разные полезные мелочи. Вот такое удобрение для орхидей. Кто хочет подробнее рассмотреть, поставьте на паузу. Линейка представлена дегтярным мылом, удобрениями для цветущих растений, для рассады. Огромный выбор препаратов. В наличии Максим, я его использую для своих растений. Два вида живы. Сейчас она довольно популярна. Такие зажимы я использую для закрепления цветоносов. Опоры для растений представлены в двух цветах. В магазине большой выбор декоративных камешков для создания различных композиций, для украшения посадок. У нас в Омске проблема с девятыми горшками. Для себя я нашла вот такие пищевые контейнеры, очень схожие по размеру. Также в наличии есть контейнеры большего объема, которые тоже можно использовать для посадки орхидей. Сейчас хочу показать орхидею, которая появилась у меня дома. Это каменная роза с сюрпризом. Наполовину каменная роза, наполовину Magic Art. Целлофан я не снимала, так как эта орхидея не моя. И скоро она поедет домой к своей хозяйке. Вот такая необычная красавица.
Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!